Мы рады приветствовать вас в Art Cafe Smile на закрытии клубной программы «Любимовка еще» в рамках нашего фестиваля. А «Любимовка еще» для тех, кто с нами не был и кто еще не слышал. «Любимовка еще» — это проект, который мы придумали в январе этого года и в рамках которого мы читаем пьесы, особо отмеченные ридерами фестиваля в барах Москвы. Здесь бар, эта пьеса отмечена ридерами, все сошлось. Мы назвали это и в самом фестивале «Любимовка еще». Я два раза забыл анонсировать, уже первая читка второго сезона «Любимовки еще» пройдет уже 20 сентября в кафе «Экс Либрис». Николай Берман представит пьесу Екатерины Безяевой «Марты Слива». Эта пьеса, отмеченная 17-го года, но дело в том, что мы ее планировали на 2 апреля, но 1 апреля в ночь на 2 мы узнали о смерти Михаила Юрьевича, и по понятным причинам мы решили ее отменить. Но мы не сдаемся и делаем ее 20 сентября. У нас есть телеграм-канал, мы на всех ресурсах основной «Любимовки» анонсируем, кто в Москве, кто заезжает в Москву, приходите к нам. Собственно, она была создана для того, чтобы мы встречались не только 8 дней в сентябре, а еще и круглый год. Не всегда все к нам доходят в Москве, к сожалению. Что важно сказать? Сегодня мы читаем текст Сергея Панькова о том, как мы нахуярились с Сережей. Читка продлится 15-20 минут, потому что мы вошли изначально в ваше положение, что вы придете все после дня фринжа, и не хотелось бы вас грузить. Еще. Любимовка еще. Друзья, мы говорили и говорим по поводу нашего недоумения, солидарности, возмущения, возмущения по отношению к процессу и солидарности с нашими коллегами из 7-й студии, так называемое театральное дело, Кирилл Семенович Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Фельдбаум и Юрий Итин продолжают находиться кто под домашним арестом, кто под подпиской о невыезде, ходить на эти безумные суды, слушать эти безумные речи. Мы считаем, что это должно поскорее закончиться, и будем надеяться, что так и будет. Ну, собственно, все. Мы ждем вас на наших читках, это очень важно. У нас они все бесплатные, как и сам фестиваль. Режиссер этой читки Мария Крючкова, она же и исполняет текст, про продолжительность я сказал. Обсуждения у нас не будет. После этого мы все наслаждаемся от кафе Смайлом как минимум до часа ночи, а то и во дворике побольше. Вроде все. 18+, скажи. Да, спасибо большое. Весь фестиваль, в принципе, и в частности эта пьеса, как вы видите из названия, как и хуй моего старшего брата Вадима Кирсанова, может содержать в себе ненормативную лексику. Но это не точно. Но если вдруг вы считаете, что это может повредить ваш моральный микроклимат и всяческие прочие прелести, все под вашу ответственность, друзья. Все на внешний взгляд здесь 18+. Если это не так, то мы можем подождать, пока вы выйдете из зала. Читка 18+. Можно начинать? Да. Короче, мы дохуярились с Сережей в хламище. Все сначала, да? Это длинно будет. Вам похуй? Ну ладно. Мне, откровенно говоря, тоже. Мне, откровенно говоря, вообще похуй, что вы там сейчас сидите и про себя думаете. Я просто люблю хуярить с Сережей. Просто обожаю. Просто там взять и нахуяриться в хлам. Мы не алкоголики, нормальные мы. Просто в последнее время что-то все подзаебало, но вот мы и хуярим с ним, короче. Не, расслабляться надо, иначе как, блядь, жить в этой стране, я не знаю. Я и так говорю по сути. Ладно, короче, мы с Сережей друзья. Или хуй знает. У меня так-то есть пацаны, у него тоже. Со школы там кореша, со двора, потом с училища, у него и у меня. Ну как у всех, у вас ведь так же, хули вам объяснять. А с Сережей мы просто бухаем. Ничего мы с ним больше не делаем. Да идите вы нахуй. Кореша вроде должны чаще встречаться, да? Ну там у них должны быть общие дела, они как-то по работе должны пересекаться, по профессии, да? А мы с ним ноль. Вообще. Мы никак не связаны с Сережей ничем. Ну совсем ничем вообще. Мы с ним как вообще познакомились? Мы ехали в одном с ним трамвае. Оба уже нахуяренные.
Он что-то начал барагозить на пассажиров, ну я нахуяренный тоже. Потом мы вместе с ним начали барагозить. Потом ему кто-то из пассажиров, сука, ёбнул и вышел на рынке. Вот пидор, да? Серега упал и не мог барагозить уже. Я ему помог подняться, мы разговорились, еще немного побарагозили, но никого не трогали. Потом мы с Сережей вышли на конечки и нахуярились в старом трамвайчике. Вообще в хлам, в жопищу. Никакое это не общественное место. Этот заброшенный трамвай – культурный объект, блядь, если вы не знали. Только с Сережей я тогда понял, что значит нахуяриться в хламище. Мы не алкаши. Сами вы алкаши. А нахуяриться нам тогда просто пиздец, как надо было. У нас у обоих было ощущение, что мы где-то пересекались. Может, по ремонту, может, по пионерлагерю, может, еще хуй его знает где. Не, если честно, я в пионерлагере не был и пионером тоже не был, это я так для связки слов. Я никогда так не заморачивалась, как в этот раз. Ну, не вспомнил, не вспомнил, хули. А тут, блядь, мне казалось, что будет просто пиздец. Коллапс, Армагеддон нас накроет всех, если я не вспомню, блядь. Это охуенно важно, очень. И нихуя мы не вспомнили. Забили, в общем. Его пацаны и мои нас вообще за братьев приняли. Мы охуели с Сережей. Нам сказали, братья и точка. Мы такие, ну ладно, хули, братья, так братья. Сейчас, правда, хуй разберешь, кто-то знает, что мы друзья, а кто-то, что мы братья. Серебряный Светка, но это и последняя его баба. Последняя, блядь. Не-не, все нормально. Нахуй мне ваша вода. Продолжаю, да. У них со Светкой все нормально сначала было. Зарегистрироваться хотели. Светка забеременела, все дела. Сережа коляску на вид купил синюю. С родителями я познакомился, жили вместе. Все в восторге полном. Я уже даже знал, что типа свидетелем на свадьбе у них буду. Я вообще не ожидал от Сережи такого поворота. Вообще, красавчик, да? Я думал про себя, блядь, да как так-то? Ну не может же быть все так просто охуенно. А может, оказывается... В общем, жизнь начала налаживаться у него. Мы даже бухать меньше стали. Я реально даже испугался за Сережу. Он с работы сразу домой, к Светке. А я? Хули. Я тоже домой. Я если хуярю, то только с Серегой. Одному неинтересно. Светка толстая корова. Она вообще не в моем вкусе. А Серега, он просто ебанутый на всю голову. Ни одну пышку мимо себя не пропустит. Он рассказывал, у него и до Светки все коровы дядькастые были. Мы пиздели на эту тему с ним. Он говорил, уже нахуяренный, значит, чистая правда, что реально у него стоит только на толстых. Еще он ощущает спокойствие с ними. Ему даже набухиваться не надо было, когда они жили со Светкой. У них все было просто, ну просто пиздец, как заебись. Как в кино на Первом канале, короче. Он реально запал на нее. Она только в ларек на остановке устроилась работать. Никакую работу найти не могла. Все приебывались из-за ее огромной жопы. Мол, товар снесешь, у нас и так не дохнуть, не пернуть. Короче, она реально заебалась работу все искать. И худеть пробовала, нихуя. Наконец, на испытательный срок вроде устроилась, азер один пожалел. А Сережа просто зашел за сигами в этот ларек. И у него сразу встал на нее. Вот это любовь, да? Вот это я понимаю. Короче, я очень рад был за Сережу. Ну и все. Он с ней сразу замутил, они встречаться стали. По ночам они торговали в ларьке вместе. А разбежались они, потому что у них ребенок мертвый родился. Сережа пиздец как хотел сына. Семью нормальную, блядь, бухать, бросить, все дела. Светка, сука, во всем его обвинила. Мол, это из-за него все, она здоровая. А Сережа потом узнал от ее родителей, что это она больна, или просто Бог не дает ей счастья материнского. У нее, короче, уже третий мертвец был. Сука, блядь, убивать таких надо. И молчала, будто и не было нихуя, ни разу не вспоминала про них. Она бы сразу сказала, что толку нет у нее рожать, блядь. Когда у Сережи с ней уже все закончилось, она подкатывает ко мне и говорит, давай мы с тобой попробуем, если с Сережей не получилось. Поживем, присмотримся, понравится, будем, нет, разбежимся, хули. Я ее сразу послал, и Сережа меня поддержал. Че это вообще за хуйня, давай попробуем? Это что за дом 2, нахуй? Я считаю, или, блядь, и у тебя, и у меня чувства есть какие-то человеческие влечения там друг к другу? Я уж не говорю про любовь, тогда понятно. А если всего этого нет, хули пробовать тогда?
Не устали еще? Сереж бы не устал. Когда хуяришь Сережей, время вообще летит незаметно. Мы можем всю ночь до утра говорить с ним про разные, и нам нихуя с Сережей не скучно. Сколько бы мы ни хуярили, у нас все равно тупая тема для разговоров, короче. Мы с ним любим ходить бухать на красную стенку. Это место вообще для меня, блядь, символичное. В школе, короче, мы водили туда, к этой красной стенке девочек. Они нам там свои письки показывали, а мы им свои. Там кустами все заросло, тенек, прохлада. Это нормально вообще. Мента и чкуют, туда не суются. Это, короче, реально охуенное место. Правда, блядь, пенсионеры повадились ходить туда своих животных хоронить. Заебали. Короче, после Светки Сережа один остался. У меня хоть бабка, у него реально вообще никого не осталось. Мы с ним реально братья, наверное. Мы с ним во многом похожи, у нас даже отчество одинаковое. А, да, мы любим Сережу хуярить на кладбище. К его родакам сходим, к моим, всех обойдем, помянем. У нас на севере, мы с ним дохуя народу. Не, мы там прилично себя ведем. Так-то мы не только хуярим, мы там ухаживаем за могилками, короче, все дела. У нас там с Сережей вообще идеальный порядок. Чё? Про себя тоже надо? Нахуй. Ладно, хули, надо так надо. Я, короче, один живу. В смысле, не совсем один, я говорила уже с бабкой. Жду, когда она подохнет. Ей не надо никого, она сказала мне. Или один живи, или нахуй иди. Квартира в центре, я терплю, хули делать. Пытался ее споить, нихуя не спаивается. Живучая сука. Ей спокойствие надо. Ей не надо никого. Нет, она не против, чтобы я приводил кого-нибудь. Ну, не на постоянку. Девушка, у меня. Идите нахуй. Может, не надо? Ладно. Бладно. Сплыла. Да у нас с ней были просто охуенные отношения. Это тоже надо? Не трогай сразу. В первый раз был у нее дома. Новый год. Короче, мы Путина посмотрели, поели. Ее родители посуду помыли и на горке кота отсъебались. Интеллигентные люди, хули! Я подарил ей большого мягкого медведя, какого она хотела, все дела. А ее подарком новогодним для меня был минет. Я охуел, короче. Это было вообще не в ее характере, понимаете? Она была девушкой спокойной, домашней, начитанной. Делала минет, она просто охуительная. Я не знаю. Наверное, не все так умеют. У меня, короче, с ней первый раз было, понимаете? И у нее, как она говорила. После ее подарка как отрезала. Я возненавидела ее. А я хуй знает почему. И Сережа не знает тоже. Это главняк, наверное. Это в башке что-то замкнуло, короче, наверное, да? Я думала, у нас будет семья, дети, все дела. И я просто, блядь, не мог представить себе ее своим хуем во рту. Она потом все бегала за мной, ревела, не понимала, короче, что случилось. А я ей не мог нихуя сказать. Я, блядь, не знал, как ей сказать, что она стала мне противна. Потом сбросил с балкона, короче. И тут, блядь, меня что-то отпустило. Я понял, что люблю Катюшку. Я понял, что не могу жить без нее, короче. Да вы заебали, идите вы нахуй все. Я же хотела только про Сережу вам все рассказать, и все. Нахуй вам я-то нужен. Идите вы нахуй со своей водичкой. Короче, я понял, какую хуйню я натворил. Как это пережил, не знаю. Когда хоронили Катю, я себя не помню, ничего не помню. Сережа говорит, меня из могилы вытаскивали. Я прыгнул туда, короче, а я реально не помню нихуя. Мне вкололи укол какой-то успокоительный. Сережа пришел ко мне в больницу и похвалил меня за то, что я правильно повел себя на похоронах. Я бы чуть не ебнул. Сил не было никаких. Так Сережа был прав. У ментов после кладбища сразу все подозрения отпали, у родителей тоже. Поначалу, короче, они меня обвинили во всем, конечно. Что было дальше? А дальше я стал хуярить. Каждый день. Я хуярил и хуярил с Сережей. Сережа
очень нравится моей бабушке. Она его ждет всегда. Она, сука, без ума от него. Даже болеть перестала. Даже разрешила, чтобы он у нас жил. Пирожки, шанюшки стал петь часто. А вдруг Сережа придет? А вдруг Сережа придет? Не придет, блядь, он больше к тебе. Ну хули. Я был не против. Стали хуярить часто у меня. На улице холодно стало. Сережа стал оставаться у меня с ночевкой. Короче, в тот вечер мы нахуярились с Сережей в хламище. Теперь можно, да? Короче, мы нахуярились с Сережей в хламище. Я уже говорила, да? Блять, я не знаю, как все это произошло. Мы что-то много говорили. Про Светку его, про других его толстых баб. Катюшку мою вспоминали. Потом Сережа говорит, короче, мне, что любит меня. Я ему тоже говорю, что люблю его. По-пацански, как друга, понимаете? А Сережа говорит дальше, ты не понял, я тебя по-другому люблю, я жить без тебя не могу. Я охуел, короче. А как же Светка? Бабы другие, все дела там. Я реально завис, блядь, от его заявы. Я охуел! Нахуй ты это говоришь, Сережа? Нахуй тебе это надо было мне говорить? Мы же нахуяренные с тобой были, Сережа. Нахуй, нахуй, нахуй. Я не знаю, короче, что это было. Нет, у нас эти откровенные разговоры были. Мы разным делились, как братья. Но такое, блядь, услышали от Сережи, от мужика, блядь, от друга. Я же говорю, мы же нахуяренные были оба. Просто в жопу. Я не знаю, как так получилось, Сережа. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я ему ёбнул. Он сломался, сука, полез. Я ему снова ёбнул, он снова полез. Я снова ёбнул. Еще, еще и еще. Я нахуяренный был, Сережа. Ты меня слышишь? Сережа, нахуй ты это сказал мне, Сережа? Нахуй ты сам все испортил, Сережа? Ну хуярили бы мы с тобой дальше. У меня, у красной стенки. Трамвайчики нашим. Да блять, хоть где? Нахуй ты это сделал, Сережа? Нахуй. Прости, Сережа. Все. Теперь все. Апрель 2018 года. Конец, блядь. Все, блядь.